Привет, Алания, Тосмур. Димчай. Отель Ла Бранда на том берегу. И смотрите, какой спокойный Димчай сегодня. И какое не совсем спокойное море. Сейчас покажу вам его. Нельзя сказать, что сильный шторм, но волны. Волны. Кстати, тут Димчай, они, смотрю, поменьше, чем там были в оба и повсюду. Со всех сторон. Вот такие вот, собственно, волночки. Ну, сейчас их почти не видно, а там я шел, были местами довольно-таки нехилые. На Ла Бранде пляже полно людей сейчас. Время уже начало заката. Пацаны совмещают холодную воду с теплой на месте впадения Димчая в море. Купаются. О, вон большие идут волны. Температура сегодня, даже сейчас где-то 30-ка, я думаю, есть. А было сегодня 32-33 в среднем. Вау, вода дошла до меня, сейчас будет еще больше. Такие вот, собственно, волны. Ну, температура воды около 28, и я поднял, как раз нашел именно этот день прошлого года и позапрошлого. Как раз были видео и по прошлому, и позапрошлому. И в прошлом году было до 35 где-то, и вода была вот минимум 29,5, а ближе к 30. Это прошлый год. А позапрошлый год было воздух где-то около 30-ки, а вода была 28,5. Ну, собственно, можно сделать вывод реально, что в этом году вода у нас попрохладнее, чем прошлые годы, получается. Хотелось бы, конечно, чтобы она была 30 или хотя бы 29 до конца сентября, но, к сожалению... Вы видите, вот бывают мгновения, когда волны небольшие, в это время можно, в принципе, зайти и выйти безопасно. Читал, мне про Кемер сегодня писали тоже, что в Кемере волны были. Не повсюду. Кстати, или мне кажется, или вода теплее, чем вчера, мерить не буду сегодня, потому что одному это нереально. И плюс песок там забьется градусный. 28 она 100% есть, я думаю, что больше даже. Но вчера была 28,5. Я думаю, что и сейчас, наверное, есть точно 28,5, потому что очень теплая вода. По чуть-чуть люди есть на лежаках еще. Пляж кафешки, 25 минут 7-го времени. Вот вы видите, сейчас вот почти нету волн, да? Жарко, я иду, у меня рюкзак, правда, на спине мокрый нафиг вообще полностью. Очень жарко. По ощущениям 34-35 и есть они.
буквально минут 15. Солнце уже греть почти не будет. Прошли мы с вами пляжик, который последний в Косморе по расположению. У меня такое ощущение, что вода ближе к 29 сегодня. Может, она и есть 29. Ну, реально, теплая-теплая. Если бы не было волн, я бы померил. Если бы кому-то дать градусник, можно было бы. Много людей, он даже далеко плавает, но немного. Пару человек вижу. Далеко. Две, я пойду купаться. Я как вам не буду показывать долго, потому что у меня сил просто нет. Люди, увидите, здесь и на песочке есть. Вот сейчас опять почти нету волн. Когда купаетесь в волны, главное зайти и выйти, вот выбирайте вот такие вот моменты, чтобы вас волна не потянула. То есть когда их нету, заходите и выходите безопасно. Забывайте о том, что волны очень сильные. Дальше там пляжи, опять кафешки. Потом чуть дальше отельные, людей довольно много еще. Вау, вот сейчас опять заштормило. Вода, вы видите, куда доходит. Хочется больше вам показать, еще чуть пойдем. Много людей купающихся впереди. Теплючая вода, просто реально теплючая вообще. Прохожу, где много людей, иду купаться. Большая. Люди повсюду, не только на лежаках, а на песочке. Смотрите, так вот по пляжам смотреть людей довольно много. Сразу это заметно. Мы уже дошли. Джонс Бич Бар, по-моему. Вас вот тут много купающихся русскоязычных. Такой вот потрясающий закатик, вы видите.
счастливые люди купающиеся. Это или Казахстан, или Кыргызстан, я так думаю. Спасибо за лайки, вот такое это на сегодня море у нас. Я уже до Diamond Hill почти дошел. Еще раз смотрим, как много людей вот так вот в ту сторону поворачиваешься. Вообще кажется, что толпы просто людей. Все, пока, всем привет из Алании. Вода 28,5, это железно, это я даже, ну я бы сказал 29, но не буду утверждать, потому что не меряю градусника. Но она теплее, чем позавчера, и теплее, чем вчера.